Крыму делегация Ленинградской области. В таком масштабе посольство законодательного собрания на полуострове впервые. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов рассказал гостям об изменениях во всех сферах жизнедеятельности крымчан за последние 4 года. Он отметил, что масштабные инфраструктурные объекты Крыма, новый терминал, аэропорт Симферополь, Крымский мост и трасса Таврида. Парламентарии обсудили показатели экономического развития регионов, достижения в агропромышленном комплексе, дорожном строительстве, социально-экологических сферах Крыма и Ленинградской области. Установились очень хорошие личные межпарламентские отношения. Мы много лет уже дружим, без всякого преувеличения. Общаемся. Нам, конечно, нужна помощь. И она нам всегда оказывается в законодательном плане, потому что это один из передовых регионов Российской Федерации с большим опытом парламентской работы в Российской Федерации. Мы эту помощь всегда получали. Они до сих пор остаются единственным регионом, который сохранил представительство здесь, в Республике Крым. Оно оказывает помощь Симферопольскому району. Ведутся мероприятия совместные. У вас есть уже такой опыт, который избегает как бы наших ошибок. Это строительство крупных объектов в сроки. Нет затяжки, нет, так сказать, неэффективного расходования бюджетных средств. И мы работаем в том числе и на государство, на наше, на Россию, с приоритетом Крыма, потому что мы понимаем, что эти годы, которые здесь не бесследно далеко прошли для территории, для этой, конечно, нужно подтягивать до стандартов, до таких, чтобы люди это видели и могли здесь жить комфортно.